Дорогие друзья, сегодня распакуем вот такую большую посылку. Здесь у нас будет Type-C кабели. Их мы возьмем на тест сегодня. Итак, начнем по порядку. Заберем характеристики 20-сантиметрового кабеля. Нагрузку проведем до 3 ампер. Можете видеть, показатели более чем пристойные, даже с учетом наличия данного переходника. Следующим будет кабель длиной 1 метр. Как уже можно заметить, показатели несколько ниже. Кабели немножко по току хуже, чем кабели Югарин. Последним будет на тесте кабель длиной 1,5 метра. Ну и заметно, что показатели несколько ниже предыдущих кабелей. Что и стоило ожидать от длинного кабеля.